С 11 по 13 июля Одесса принимала открытый турнир по боксу среди юниоров. Главный приз – Кубок президента Федерации бокса Одесской области. Помимо этого, перед финальными поединками состоялось чествование спортсмена, который представлял Украину на чемпионате Европы в Италии. Максим Молодан, боксер из Белгород-Днестровского района, стал серебряным призером первенства. На пути к финалу уроженец села Андреевка одержал 4 победы, но потом Максим встретился с россиянином Иваном Ступиным. Судьбу боя решили за пределами ринга. Из-за протеста, поданного сборной России, через некоторое время наблюдательная комиссия вынесла вердикт не в пользу нашего соотечественника. Буквально за считанные минуты до церемонии награждения золото отдали россиянину. Но для Украины это все равно успех, подчеркнули в областной федерации бокса. Чтобы отметить старания спортсмена, президент федерации Халид Мусаев принял решение подарить боксеру автомобиль. Для меня этот человек, я же присутствовал на чемпионате Европы, для меня он чемпион. Я сказал это, что у него взяли и забрали нагло этот первое место, поэтому и подарил машину, чтобы для других тоже было примером он, что все стремились к победе. Мы действительно пересмотрели бой, ну, единогласно судьи, короче, отдали россиянину. Торжественное вручение ключей от автомобиля состоялось перед финальными поединками турнира по боксу среди юниоров. Сам призер рассказывает, что подобный формат поздравления мотивирует спортсменов к победе. Эмоции только позитивные, конечно. Очень рад за такой подарок, за поддержку, за помощь. Таких подарков у нас как бы мало кто делает и очень редко. Очень благодарен. Но это стимулирует боксеров, особенно младшее поколение, чтобы с малого возраста дети шли, занимались, росли в боксе, чтобы достигали потом высоких результатов и получали, конечно, за это какие-то подарки, какие-то призы. Отмечу, что ранее Федерация бокса Одесской области уже награждала спортсмена ценными призами за его достижения. Не так давно подарок получил и чемпион мира Юрий Захареев, который также из Белгород-Днестровского района. Спортивные функционеры подтверждают, что Акерман – это настоящая кузница спортсменов. Ежегодно, в конце года, в декабре месяце, мы подводим итоги года. Мы поощряем всех наших спортсменов, завоевавших медали, золото, бронза на чемпионатах Украины, международных турнирах. Конечно же, Европу и мир мы не могли оставить без внимания и сделали это вне конкурса. Конечно же, практика будет продолжаться. Президент акцент делает именно на поощрение спортсменов в таких залах, чтобы дети, занимающиеся спортом, видели, что их достижения, они не остаются без внимания и обязательно будут поощрены. После церемонии награждения серебряного призера чемпионата Европы пришло время и финальных боев. В соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов из разных областей Украины. За победу боролись боксеры 15 и 16 лет. Сам же турнир проходил в зале спортивной школы номер 8. Организаторы рассказывают, что таким образом они расширяют боксерскую географию города. Это дань тому, что человек очень много делает для наших спортсменов, потому что конкретно с этой школы он командировал уже ни одного тренера, ни одного спортсмена для того, чтобы они выступали на всеукраинских турнирах. И, конечно, в любом случае мы планируем, что уже в следующем году уже будет и область нам помогать в финансировании этого турнира. Мы будем его расширять, потому что, да, действительно, турниры проходят, как правило, в тех залах, которые Халид Абдулхитович Мусаев открыл. То есть это братья, клуб «Братья-1», клуб «Братья-2», это все центр, это все Таирова. И сейчас же я хочу, чтобы все-таки и ячейка области, ячейка города была и в Суворовском районе, потому что действительно это очень перспективный район, как и для зрителей, так и непосредственно для самих спортсменов. Участники чемпионата в большинстве своем уже титулованные боксеры. И это несмотря на юный возраст. Впрочем, как известно, любые соревнования приносят колоссальный опыт и солидный багаж знаний. Главная цель соревнований – это популяризация бокса среди детей и молодежи. Благодаря квалифицированной работе со стороны тренеров и спортивному азарту, юноши с утроенной энергией боксируют за призовые места. Я готовился упорно, чтобы выиграть этот турнир, показать
уровень, показать свой опыт, набраться опыта. Я тренируюсь, бывает каждый день, бывает там чуть-чуть, и еще дополнительно с тренером работаю. Тренер меня готовит упорно, вот, особенно когда вот остается там месяц, там две недели до соревнований, он говорит, чтобы я каждый день, там бывает по два раза утром на пробежке, вечером тоже на тренировке. Лапы держит меня, все отлично. Там, упорно готовимся. Хочу поблагодарить своего тренера за то, что поверил в меня, когда я пришел в его зал, и продолжает верить по сей день, за то, что влаживает в меня свои знания. И хочу поблагодарить организаторов за чемпионат, за то, что дали проявить себя. И хочу поблагодарить и Халида Абдулвахидовича Мусаева, нашего президента, за то, что когда-то помог мне. И благодаря ему я сейчас в боксе и продолжаю боксировать. Спасибо вам большое. Три дня ярких поединков уже позади. Все участники турнира были награждены медалями и дипломами, а чемпионы соревнований получили кубки. Призы также достались и боксерам в номинациях «Лучшая техника», «За волю к победе» и «Лучшему боксеру». Также на турнире была введена новая номинация – Кубок президента Федерации бокса Одесской области. Его вручили Эдуарду Лебедеву, лучшему боксеру турнира, по мнению Халида Мусаева. Кроме того, победитель этой номинации получил денежный приз.